Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, King on Fire, Dark Dragon. Как всегда, очень много странных пацанчиков и ников. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Здорово. Все вы уже поняли по названию и по моему скину, что у нас сегодня будет чужой. Я буду мочить пацанов. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Пацаны, расскажу вам вкратце правила, что мы будем делать. Я буду заказывать имя человека, вы должны его охранять, я буду конкретно его пытаться убить. Если я убью и просижу в нем 10 секунд, я превращаюсь в большого и просто начинаю всех мочить. И первого, кого я буду мочить, это будет Dark Dragon. Ты готов? Нет. Я знаю, что ты любишь этот, когда тебя убивают. Вот ты еще говорил пацанам, так нравится, когда меня мочат постоянно. А ты скажи, какой у тебя скин? Не буду говорить. Придется убить всех тогда подряд. Он клон. Ты оно? Да. О, мне нравится оно убивать. Где ты? Я ищу тебя. Охраняйте везде его. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, и мы доделаем скоро 1 000 000 подписчиков. Уже 919к. Просто Да, если бы ты еще мог попадать. Да, я могу. Угу. Ты маленький засранец. Ты... Нет, это ты большой засранец. Я не большой, ты маленький. А какой? Нет. Ты маленький, ты тебе фиг заметит. Эй, ты че? Это разве законно? Так, где Dark Dragon? Я тебя не могу найти. Где твой скин, вонючий? Где ты ходишь? Я сижу. Убили, молодцы. Нет, красавчики. Нет, он в ком-то сидит. Да ну блин, почему вы так быстро выхватываете, в ком я сижу? Хорошо. Так. А мы тебе не поддаемся. Надо убивать всех тогда. Он в магазине? Нет. Я делаю покупки. Мне надо помидоров купить. Я тебя не вижу. А, он кого-то селил. Да. Нет, не в него. Бесит. Он не вселился, он нас байтит. Да откуда ты знаешь? Потому что я слышал твой топанье, вот эти маленькие. Нет, так я когда в ком-то сижу, есть такой немножко звук идет. Конечно. Я уже всех перестрелял тогда. Да? Это во мне точно нету. Вот он, где он? Так. Чей же будет раунд? Давайте, если я проиграю, раунд будет за вами. Но я не могу оно увидеть, оно прячется хорошо. А я не оно. А зачем ты врешь? Не оно. Я с МТФ вес. Он меня вселился. Нет. Да. А ну блин, все, ладно. Выиграли вы этот раунд, давайте сейчас я... Давайте другого игрока выберем. Например, мы выберем... Меня. Бульбу. Ари. Меня. В смысле? Нет. Ну ты за собаку белую, да, играешь? Да, он за собаку. А, вы... собаку. Не, ладно, это не считается. Давайте, чтобы я убил. Вот он Го дробовиком в жопу, это было больно. Надо бежать. Так куда тебе бежать? Давайте будем в пиццерии стараться играть, потому что на улице много места, не так интересно. Хочу, давай, чтобы был эпик. Ага, там больше вариант поймать кого-то из нас. Конечно. Нету. Я вселился в одного из вас. Не прав. Не верю. Я не вижу белую собаку. Я вижу всех. Светомузыка. Да, конечно, тебя не найдешь. Во мне вселился. Ладно. Я когда заказываю пацанов, они прячутся. Я хочу, чтобы был эпик. Тогда буду во всех вселяться. Ого. Кто будет использовать взрывоопасное оружие, может увидеть надпись. Вас забанили. Ого, ты меня откинул. Спасибо тебе. Собачка твоя. Блин, чуть-чуть не допрыгиваю. За что? Короче, открываем дверь и выстреляем.
Никого не пускаем. Пацаны жестокие, просто жестокие. Бульба, хватит меня убивать. Я забежал. Отлично, отлично. Он в кого-то вселился. В кого я вселился? Я слышу. А ну блин, да что вы все знаете? Димас, я в офисе. Давай, я в офисе сижу. Поиграем в офлайн. Мне так нравится, когда я в кого-то вселяюсь, просто наблюдать, что происходит. Ай, Димас, я вот. Да ну что за что? Я иду к тебе. Я сейчас дверь позакрываю. Ну ладно, одну только дверь. Я иду к нему, пацаны. Постарайтесь его защитить. Вижу белую собачку маленькую, красивую. Ты такой вкусный. Страшно было. Слышь, ты оружие используешь, которое замораживается одного раза, и человек умирает. Да не, это другое. Не, мне тогда придется сейчас стать видимым и тебя убить. Давай. Так, загадываю последнее желание, Бульбазавр. Давай. Какое это желание? Ну, я красивый. Красивый. Это желание? Так, загадывай желание последнее. Сейчас. О, кто-то с мечом бегает бешеный. Dark Dragon, я думаю, что тебе пора умереть. Ну так ты так быстро бегаешь, я не могу тебя поймать. А нельзя, я с невидимкой, так нечестно. Так я ничего не... Он невидимо бегает. Где Вофин? Че ты не останавливайся, пожалуйста, остановись. Нет. Не останавливайся, бег. Ари! Все по таймингу, просто тебя взял и поймал. Я его все равно успел убить. А не успел? Нет. Ну. Спасибо, спасибо. Молодцы, пацаны, я очень благодарен, что вы за меня сегодня. Так, сейчас знаете, кого я убью? Андрюха, прощай. Потому что тебе этот пулемет не к лицу. Вы сможете его защитить? Нет. Так. Почему я называю, когда какого-то человека имя, он начинает так переживать, что аж не может остановиться? Бег. А где? Аника, он невидимый бегает, я знаю. Сейчас я жду, когда он успокоится, все-таки, наверное, надо ест ему прыгать. Так, я делаю. Вот тайминг где. Не успокоится. Я успел его убить, все равно. Пригвоздил. Нет, это я его. А, ты меня жопу пригвоздил. В смысле, где он? Теперь я могу в одного из вас убить, любого из вас. Вы должны быть готовы. О, это интересно. Тогда они тебя не видели, как бы. Отличное место, мне нравится. Просто будем кушать, стоять. Димас. А? Знаешь, это плохо, я. Нет, это хорошо, я так покушал. Это был обед, это вечеря. Ух ты. А что, она через дверь убивает, да? Без разницы. А ты же не был у кого двери. О, мне это нравится. Классно, кто кинул дымовые шашки. Я. Так. Пацаны ищут меня. Где же я нахожусь? В подруге. Что это за срань? Иди сюда. Ай. Я вот пригвоздил. Иди сюда. Ой, это жесть. Прощай. Ух ты. Господи. Так, я всех убил. Я заметил мой труп. Упс, палюсь. Надо очень осторожно.
давай. А можно я тебе тоже тебе помогу? Ой-ой-ой, вот зачем вы это сделали? Нифига! Вы чё, психи, что ли? Зато ты умер, или нет? Отлично, отлично, отлично! Ого-ого! Да, можно не возрождаться, посмотреть, как вы друг друга мочите. Один шарик, там четверых. Всё, ребята, сейчас будет последняя жесткая схватка. Вы должны узнать, в кого же я вселюсь сейчас. Ай. И смотрите, я только вселяюсь, сразу в большого превращаюсь, моментально. То есть вы не должны допустить. А, ну да. Ну чё, вы где? Я спрятался от тебя. Так я вас не вижу никого. Вот, сюда иди, блядь. Он в кустах. Ты только что прыгал. Да, осторожно, сейчас попадете, я вот в кустах сижу. Осторожно, осторожно. Вот вы молодцы. Я успел превратиться в большого. Все по-честному. Я в воде. Ого. Давай, админским пистолетом, он попади. Я попал, но тебя не убил. Да, никак не убиваюсь я. И так не убивается? И так? Я, получается, бессмертный, даже если возьму любой пилпак? Ну да. Ха-ха-ха! Я теперь знаю, как становиться бессмертным. Я Хитрый Дон Ждош. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!